Для волонтеров сельскохозяйственного техникума это один из сложных участков. Здесь, в глубине леса, в районе Соляных, притаилась многолетняя свалка. Старая одежда, бутылки и пакеты, пищевые отходы копятся годами. Рядом частный сектор. Здесь же тропинки, по которым ежедневно курсируют люди. Кто-то просто мимо, а кто-то с очередной порцией отходов. У нас штрафы очень большие, но тем самым рейды мы проводим. Но на сегодняшний день поймать кого-либо, то есть... Кто выбрасывал за руку, да, пока не удается. Получается, отдыхают люди, а мусор с собой не убирают. То есть вот, либо устраивают свалки специально, то есть сюда приносят и забрасывают в целом. Вот вы убрали мусор, как вы считаете, порядок сохранится? Ну, надеемся, конечно, но опять же, это все зависит, как говорится, в целом от людей. Это не первый загрязненный участок леса, на который волонтеры бросили свои силы. За прошедшие 3 месяца уже удалось расчистить от мусора 10 гектаров лесного массива. Кроме студентов, в уборке приняли участие коллективы, предприятия и организации города. Мы хотим сделать наши леса чище, чтобы можно было приятно пройтись по лесу. Хорошо, когда же чисто в лесу. Республиканская акция «Чистые леса» продолжается. В ближайшие дни волонтеры планируют вновь выйти на уборку леса, если позволит погода. Здесь такое оставлять нельзя, это надо, то есть, убирать все. Ну, вообще душа болит за экологию города. Ну да, конечно. Ребят, давайте, пожалуйста, не будем мусорить, чтобы было все хорошо в лесу и чистота была.